Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас небольшой обзор по такой одинокой баллоночке, такого среднего ценового сегмента, но при этом универсальная. Люди просят снять именно четверочку, чтобы можно было, она была легкая, чтобы можно было карпика половить, там плотвичку, ребенку дать и так далее. Поэтому снимаем вот именно эту модельку. Моделька называется Vischer от компании Maximus. Тест 4-20 грамм. Вес удилища 210 грамм, 140 сантиметров транспортная длина и диаметр комля 22 миллиметра. Достаточно известный катушкодержатель, куда входят катушки размером вплоть до 4000, надежный, с толстым металлом, с вот этой бабочкой, да, которая не гнется. Он обрезинен, то есть это очень хорошо сидят лапки катушки в нем. И в целом, скажем так, удилище правильно распределяет нагрузку. Это не кондовая удочка, имейте в виду, то есть тяжеленная там и так далее, чтобы можно коров гонять. Это удилище именно, которое сочетает в себе и надежность, и некую спортивность даже. То есть за счет того, что здесь подвижные два колечка на хлысте, плюс одно подвижное колечко на втором колене, нагрузка распределяется очень равномерно на весь бланк. И поэтому это удилище подходит не только для ловли плотвы, там мелкой другой рыбы, карасика, но и даже карпика и форели. Естественно, при грамотном вываживании в руку форель не надо принимать, это нужно только с подсачником. Комплектуется, точнее поставляется удилище вот в таком чехле, жестком достаточно, который забирает и скрывает в себя все кольца, достаточно надежный, то есть по нему хоть автомобилем проехайся. В районе 20 лет, наверное, это такие чехлы производятся заводом НС, и в целом это, скажем так, моделька, как вы видите, очень, скажем так, завода НС, которая производилась на заводе НС в Корее, недаром здесь написано «Дизайн, разработка Корея». Поэтому по надежности, по качеству вопросов здесь быть никаких не может. А если у вас что-то вдруг случится все-таки, да, там случайно наступите на нее, сломаете, имейте в виду, что магазин Multifish дает вам бессрочную гарантию на заводской брак раз, и две запчасти в год вы сможете получать бесплатно в период действия акции, пока такие акции проводятся. А проводятся они уже почти 2,5 года. И условие 2 – это покупка удилища только в Multifish и подписка минимум на 3 социальные сети. Обязательно это YouTube, ВКонтакте и Telegram. Желательно это RuTube, Facebook, Instagram. Значит, давайте сейчас разложим, посмотрим строй этого удилища. Итак, друзья, смотрите нашу четверочку. Вот такой, такая палка, приятная очень. В руках лежит удобно, что, кстати, очень важно, это вот это расстояние катушкодержателя до конца комля, то есть она мне вот лично очень удобна. У меня руки средние, в принципе, по длине, но она мне удобно очень в руку ложится, и я могу ее прям комфортно-комфортно держать. Значит, смотрите, быстрый строй. Давайте мы сейчас ее нагрузим. Вот так вот она распределяет, смотрите, нагрузку очень хорошо. Видите, схватывает и дальше, и середина бланка, и дальше ближе к комлю, поэтому, скажем так, смело можете идти с ней на карпа, на форельку, ну, естественно, аккуратненько с подсачником. Итак, друзья, посмотрели, действительно интересная палочка, так что имейте в виду, если вдруг кто захочет такой вот универсал себе купить, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте кнопочку подписаться, ставьте лайк, это вот такой пальчик вверх, нажмите, вот кто не знает еще, да, там или сомневается, если хотите сказать мне спасибо за мои видео, то обязательно под каждым видео ставьте пальчик, нажимайте на такой пальчик вверх и кнопочку подписаться нажимайте, ну подписаться можно, в общем-то, один раз на любое одно видео, а вот лайк и вот такой пальчик вверх нажимайте почти желательно в каждом видео, если оно вам понравилось. Буду вам очень признателен и благодарен. Всего вам доброго, покупайте Multifish и до новых встреч!